На оперативній нараді, що відбулася в понеділок 13 травня, Віктор Ізергін доповів про санітарний стан міста. Основний, звісно, вопрос – теплий період року. Это профилактика групповой вспышечной заболеваемости острыми кишечными инфекциями. На сегодняшний день за истекший месяц зарегистрировано 10 случаев острой кишечной инфекции. Значит, среди них взрослых трое, среди детей семеро, посещающие детские дошкольные учреждения двое, неорганизованные пять, и школьников не было. Значит, уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями находится на среднеобластных уровнях, и они характерны для данного периода года и по городу Желтые Воды. Основные вопросы по профилактике кишечной инфекции: проводятся проверки торговой сети, проводятся проверки наших и столовых, кафе, ресторанов по профилактике кишечных инфекций. По другим видам инфекции единичные случаи, поэтому я остановлюсь только на острых респираторных вирусных инфекциях. За месяц зарегистрировано 1403 случая. Это несколько меньше, чем за прошлый месяц. И уровень заболеваемости практически находится на уровне предыдущего месяца и характерен для данного периода года. Основной, конечно, вопрос в данный период – это профилактика кишечных инфекций. По туберкулезу вновь зарегистрировано 4 случая активного туберкулеза. Трое мужчин, одна женщина. По возрастам от 42 до 55 лет. Все они, конечно, элементы, выявленные больные, они социально неблагополучные. Двое из них было выявлено при профосмотрах, двоих по обращению. Основной, конечно, вопрос: на сегодня в городе 29 очагов туберкулеза. Понятно, что больные, они все вовремя госпитализируются, лечатся, но среди них есть и контактные. Контактным проводится профилактическое лечение. Так вот, в городе на сегодняшний день 87 больных контактных, которым проводится профилактическое лечение. Из них 16 детей. Основной, конечно, вопрос для руководителей – это своевременное прохождение флюорообследования, так как именно это один из основных методов раннего выявления туберкулеза. Следующий основной вопрос – это подготовка учреждений ГОРОНО к работе в летнюю оздоровительную кампанию. В городе у нас планируется 4 учреждения. Это в 11-й школе, спецшкола, 3-я школа и впервые 4-я школа. Составляли мы вместе с руководством ГОРОНО планы задания по подготовке учреждений к работе в летнюю оздоровительную кампанию. На сегодня, можно сказать, на сегодняшнее число, 100% план задания выполнен. То есть с сегодняшнего дня начинается уже предварительная приемка оздоровительных учреждений к работе в кампанию. Поэтому замечания все были выполнены при рабочих совещаниях, поэтому наши учреждения готовы. В каждом учреждении будет работать комбинат школьного питания. Тоже вопросы с ними все обсуждены. Во всех пищеблоках есть горячая, проточная и холодная вода. Работает холодильное оборудование, тепловое оборудование. Медосмотры они 100% прошли. Хочу доложить, по 50 человекам, которым необходимо провести еще профилактическое обследование на сальмонеллу и на кишечную группу инфекций. Мы собираем все списки, готовим питательные среды, отбираем полностью, решаем на этой неделе, как только нам списки даст руководство ГОРОНО, мы делаем полностью замеры
и уже отвозим в аттестованную лабораторию. То есть этот вопрос мы под контролем с Билок Ириной Анатольевной и с руководством ГРОНО. Поэтому этот вопрос будет решен. Он не затормозит. Хотя на сегодняшний день, опять же повторюсь, наша БАК-лаборатория, в том числе и БАК-лаборатории всей Днепропетровской области, еще не аттестованы. Поэтому как будут в других городах решать, ну значит как-то будут решать эти вопросы. И последний вопрос по санитарной очистке. Хочу обратить внимание, действительно, ЖРЭО начали косить травы в центре города, уже большая работа проведена. Но сейчас необходимо, конечно, и на остальных улицах произвести покос, так как это у нас ежегодная работа. И обращу внимание на подготовку кладбищ наших. Ну, у нас в основном под контролем находятся три кладбища. Это Водобуд, Кулиновка и Веселая Ивановка. Ну, по санитарному состоянию, конечно, хочу отметить, что вывоз мусора был осуществлен крайне неудовлетворительно. Очень много мусора осталось на Кулиновке, только центральный вход был убран вокруг кладбища, как было и перед кладбищем. Перед началом, перед родительским днем мы давали замечания. Так эти кучи, конечно, остались. Я уже не говорю вопрос о поросли, которая не выкошена. Я уже не говорю о том, что на каждом кладбище должна быть вода, в такую засуху нужно же, любой, кто ухаживает за могилой, хочет полить. Даже на Веселой Ивановке на той неделе вода была не подключена. Вот я не знаю, на сам родительский день сегодня я выяснял, подключили или нет. Но нету ни на Кулиновке воды, и ну пусть на Веселой Ивановке, ладно, рядом там водоем, но на Кулиновке. И понятно, что когда мы приходим на кладбище, ну должен работать хотя бы один туалет. Но ни один туалет не работает, а это кладбище, это святое место, и поэтому, понимаете, людям необходимо выходить за периметр кладбища, чтобы справить свои физиологические нужды. Поэтому это, конечно, недопустимо, и на это необходимо обратить очень серьезное внимание. Перший заступник міського голови Олег Кудрявцев зауважив на необхідності відповідального ставлення до покосу трав підприємствами міста. Я обращаю ваше внимание. Предприятий, за которыми закреплены Маяковская улица, Гагарина, Криворожская трасса, улица Залезничная и улица Заводская. Пока я не называю эти предприятия, но если будет затягиваться процесс уборки и покоса, Виктор Владимирович, я буду просить вас выписывать на руководителей обмен штрафа. Сейчас активно ведется покос придомовых территорий и закрепленных за КПП ЖРЭО территорий. Начатые работы по покосу, это ВОСДВОК и отдел освещения, просвещения, видеоосветы. Так, ну это по покосам. Несмотря на то, что поминальные дни уже прошли, я прошу директора КП «Ритуальные услуги» провести в надлежащее состояние территорию кладбищ, а именно вывести мусор и произвести покос трав. Виктор Владимирович, я также прошу вас взять это на контроль, если это будет не сделано, принимайте административные меры. Всех прошу очень, это уже я обращаюсь к жителям города, когда идет подготовка, это уже к следующему году будет, к поминальным дням, не закладывайте мусор в такие места, откуда механизированно его убирать очень сложно. Выносите за пределы кладбища, там складируйте, чтобы можно было его механическим способом убрать своевременно. Ну и естественно, желательно не затягивать это на последний день, когда уже вечером люди убирают и сбрасывают на кучи то, что невозможно вывести. Ночью его вывозить, естественно, никто не будет. Это уже просьба к жителям нашего города. Начальник СМСЧ-9 Петро Пастух доповів про роботу медико-санітарної частини. Медико-санітарної частини за прошедший період пролічено 829 чоловік, в тому числі 42 чоловіка із сільської місцевості. Прооперировано в стаціонарі 133 чоловіка, виконано 185 операцій, родилось 35 малышей. Всі живі, слава Богу, мами здорові і дітки теж. В дневном стационаре пролечено 328 человек, в том числе 75 детей.
Скорая медицинская помощь за истекший период выполнила 1200 вызовов, в том числе к сельским жителям 10. Процент доезда 99,5 в пределах города в 10-минутный промежуток и 100% за пределы города. Это было таких 10 вызовов. Повышенная травматизация жителей города Желтые Воды была в период выходных и праздничных дней. Так, значит, за первые 12 было 3 ДТП, которые были обслужены, значит, скорой неотложной помощью. Обслужено 36 травмированных, при бытовых травмах 11, уличных 14, был один пожар. Горюче-смазочных материалов потрачено на сумму 27 тысяч гривен. Это скорая помощь и неотложная помощь. В общем-то, работали, лекарства были, дежурства все были обеспечены. Я думаю, и есть же. Да, безусловно, и есть на сегодняшний день. Да, в общем, в плановом порядке, пока. Про роботу міліції за минулий місяць доповів Віталій Костюк. Відповідно до ДПС «Єдиний облік» період з 8.04 по 13.05.2014 року зареєстровано 383 заяви повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та інші події. По видам зареєстровано кримінальних правопорушень: грабіж – 3, крадіжки – 66, хуліганство – 2, шахрайство – 17, тілесні ушкодження – 63, пошкодження майна – 19, незаконний обіг наркотичних засобів – 4, ДТП – 5, раптова смерть виявлених трупів – 76. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 207 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень. З них крадіжка – 12, умисне середньої тяжкості, тілесне ушкодження – 3, умисне пошкодження майна – 16, тілесне ушкодження – 51, раптова смерть – 22, незаконне виробництво наркотичних засобів – 2. За звітний період вручено 14 повідомлень про підозру, до суду направлено 19 кримінальних проваджень, закрито провадження по 154 матеріалам ЄРДР. За звітний період складено всього 84 адміністративних протоколи. Порушення правил благоустрою – 1, дрібне хуліганство – 2, куріння в громадських місцях – 6, розпиття спиртних напоїв в громадських місцях – 28. Так, це статистика. Тепер би хотів би доложити резонансне преступлення происшествия за даний період. Тому, всі ж знаєте, майже 2 тижні були в нас праздники, ну і город у нас живе, працює. В плохую сторону сказать. Значит, было у нас ДТП со смертельным исходом, знаете, там в ночь с 1 на 2 в районе банка Валь, улицы Петровского. Микроавтобус Volkswagen Т5 сбил насмерть пешехода. Пешеход на месте скончался от полученных ран. Водитель был задержан сразу же. Находился в сильном алкогольном опьянении. Это подтверждается медицинскими документами. Ему было избрано 4 числа, 4 мая судом мера пресечения содержания под стражей. Находился до 8 числа ВВС Желтоводского ГУ. Сейчас находится ВВС Криворозского КГУ. Дальнейшую судьбу и меру наказания будет решать ему суд. Далее был у нас суицид 4 мая. Женщина выпрыгнула 4 этажа Кропоткина 1. Женщина состояла на учете у психиатра. Причин считать, что это было криминальное преступление, нет. В ночь с 9 на 10 по адресу Гагарина 14 был пожар двух автомобилей. Причину пожара данных автомобилей выясняем, проводятся соответствующие экспертизы. В дальнейшем буду сообщать. Ну и последнее, что такое резонансное и сейчас происходит в городе, это телефонное мошенничество. За последнюю неделю было более 10 случаев. В трех из них преступники добили своего преступного результата, то есть завладели деньгами. Происходит следующее. Таким образом происходит данное мошенничество. По телефону потерпевшим звонит неизвестный, представляется сотрудником милиции, объясняет, что ближайший родственник, ну, неважно, там, дочь, сын, брат, попал в милицию, совершил тяжкое преступление. Для решения вопроса в ближайшее время необходимо деньги, определенная сумма называется, то есть идет торг, человек паникует, попадается на уловку преступников. Ну, я говорю, в большинстве случаев, конечно, закончилось данное мошенничество ничем, но трех
случаях люди запаниковали, отдали деньги преступникам. Хотелось бы обратиться к гражданам, не паниковать, не попадаться на удочку преступникам. Сразу же выяснять, где ваши родственники, звонить в милицию, есть телефоны 02-336-02, выяснять, находятся они в милиции, не находятся. Ну, от это у меня просьба граждан. Олена Малоок познайомила жовтоводців зі святами, що наближаються. Як ви пам'ятаєте, ми попередньо з вами вже зустрічались на попередній нашій оперативній нараді. Ці заходи пройдуть 18 травня. 18 травня у нас хоч і робочий день, заходи пройдуть другу половину дня. Тож, 18 травня з 14 години, о 14 годині до 15 години свято вулиці Богуна. Дане свято відбудеться на перетині вулиць Петровського і Богуна на першому майданчику, де ми з вами будемо говорити про історію вулиці, про тих людей, хто проживає, проживав на цій вулиці, про підприємства, організації, які розміщені на даній вулиці. З 15 до 15.30 відбудеться шикування урочистої ходи по вулиці Богуна. І з 15.30 до 15.50 по маршруту Петровського-Гагаріна і до нашого пам'ятника Героям визвольної війни пройде урочиста хода. Ми славу козацьку несемо у віки. З 15-ї години у парку Слави вже розпочне роботу виїзна торгівля, а також вернісаж і майстер-класи «Скарбниця душі людської». Із 16-ї до 17-ї години на майданчику біля пам'ятника Героям визвольної війни відбудеться урочисте віче, тобто всі урочистості з виступами, з нагородження, з покладанням квітів, урочисте віче «Рідне земле моя» та козацького славного роду. В рамках даного віче відбудеться парад козачат, ми козацького славного роду, показові виступи бойового гопака і відбудеться парад вишиванок. Я по світу іду у вишиванці. Після закінчення урочистого віче на вулиці Гагаріна, там де традиційно у нас, для дорослих розпочнуться козацькі розваги, а у парку Слави на алеях розпочнеться ігрова програма для дітей «Козацькі витребеньки». О 17-й годині у парку Слави відбудеться фестиваль української кухні і робота польової кухні. Із 18-ї години до 22-ї відбудеться святковий концерт за Палацом культури за участю наших місцевих самодіяльних колективів, а також учасників міжнародного фестивалю, який буде проходити у нас 18-19 травня «Сузір'я талантів». Запрошуємо всіх, що стосується покладання квітів керівникам підприємств, надійдуть телефонограми, де збиратися для того, щоб взяти участь в урочистому вічі в покладанні квітів. Май очень урожайный месяц на праздники. Мы, я считаю, достойно провели, начиная с 1 мая, все мероприятия праздничные. И вот кончая практически сегодняшним днем, я думаю, будет это продолжаться. Большое спасибо руководителям предприятий, поскольку задействовано было очень много людей, очень много руководителей, все сработало как часы. Вот поверьте мне, лучше, чем в «Желтых водах», нигде так вот праздники организованно не проходят. Вот, мне много приходится ездить, смотреть все. Здесь люди заинтересованные, люди опытные, руководители понимают свою ответственность. Большое всем спасибо.